Новый год начинается с отличных новостей. Команда КАМАЗ Мастер заняла на Дакаре 2021 весь призовой подиум. Героев по традиции тепло встретили в аэропорту Шереметьево. Команда поднимается на эскалаторе к поклонникам и журналистам. На лицах улыбки, а в руках золотые бедуины. Победа в ралли-марафоне «Дакар» стала 18-й в истории «Синей армады». Гонку начали очень тяжело, очень трудно. Были позиции 7-я, 8-я, 10-я, 15-я, даже 17-я. И в секундах была борьба. И выиграл в этот раз тот, кто меньше ломался. У кого меньше ломались машины, кто ехал быстро, но аккуратнее, и я очень рад, что это были наши российские КАМАЗы. Гонка снова проходила в Саудовской Аравии. Команда хорошо подготовилась к марафону, досконально изучив местность в прошлом году. Однако без сюрпризов от организаторов не обошлось. Нашли еще другие участки, которых мы не знали. Вот это как раз эти дюны в горах, песчаных. И последний день даже 200-километровый были какие-то дюны, вообще не характерные, там, ну, половина участников там в последний день потеряла, ну не половина, часть людей потеряли позиции, и таблица поменялась даже в последний день. Как и в прошлом году, я скажу, что очень-очень много камней. Аравийский полуостров вот прям и изобилует камнями, дюнами сложными, труднопроходимыми. И камни прям буквально вот злые, которые прокалывают шины. Расход шин у всех намного больше, чем было в Африке, в Южной Америке. Победителем Дакара в грузовой категории впервые стал Дмитрий Сотников. Второе место занял Антон Шибалов, а третье – Айрат Мардеев. Андрей Каргинов завершил ралли 7-м. Это для меня был 8-й Дакар в качестве пилота. И понимаете, вот 8 лет – это вот, ну, приходилось учиться, и вроде бы казалось, что все, вот ты уже научился и быстро ехать, но чего-то где-то не хватало. Ну, вот в этом году удалось, наверное, собрать все в одно целое, наш экипаж, нашу машину. Все как-то было понятно, что нужно делать на трассе, как действовать, и мы старались здесь это действовать более спокойно. Напомним, что 43-й по счету марафон «Дакар» стартовал 3 января в Джидде и в этом же городе завершился спустя 12 дней. Из 310 стартовавших экипажей до финиша добрались 206.